Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Тема нашей сегодняшней программы «Осторожно, мошенники». И в нашей студии Евгений Анатольевич Торгашов, начальник следственного управления УМВД России по Одинцовскому городскому округу, подполковник юстиции. Здравствуйте. Добрый день. Евгений Анатольевич, тема действительно актуальная, тема очень злободневная. Насколько ли увеличилось за последнее время количество мошеннических действий против граждан? Отдельная категория преступлений – мошенничество, и наиболее актуальна на сегодняшний день, поэтому говорить о ней можно долго и бесконечно. Отвечу коротко на вопрос. Имеется тенденция на сегодняшний день к росту подобных преступлений в отношении нашего населения. И наиболее подверженная, скажем так, этому преступлению по категории людей – это пенсионеры и, скажем так, люди пожилого возраста, которые технически, скажем так, слабо владеют вопросом и слабо ориентируются в этих современных цифровых технологиях. Какие на сегодняшний день самые распространенные виды мошенничества? Распространенный вид мошенничества набирает обороты. Ну, в принципе, на протяжении, наверное, мы регистрируем на протяжении последних лет 5, это дистанционное мошенничество. Очень, скажем так, довольно-таки сложный и скрытый способ отъема денежных средств у населения, который происходит дистанционно, отсюда, собственно, и название дистанционное мошенничество. То есть в данном случае хищение происходит с банковских счетов потерпевшего при, скажем так, при отсутствии непосредственного контакта с мошенником, назовем его так. Вот. В данном случае, соответственно, дистанционное мошенничество набирает действительно обороты, и форм дистанционного мошенничества на сегодняшний день существует очень много. О них можно также бесконечно и долго рассказать. А можно конкретные примеры? Вот все-таки всегда очень интересно, если мы говорим о мошенничестве, это конкретные примеры, потому что эти люди обладают особым, как бы то ни было, складом и ума, и сделать так, чтобы отнять деньги, а еще и дистанционно, это нужно, в общем-то, постараться. Ну да, определенно эти люди психологи, они интеллектуалы. И, скажем так, совершая преступные действия в отношении потерпевшего, в основном берут, подкупают, как хотите назовите, на своей, скажем так, речью, грамотным изложением тех или иных обстоятельств. Например, если речь ведем о конкретном примере, то это хищение денежных средств с карты в том случае, когда владельцу карты звонят с различных номеров и представляясь сотрудниками банка под предлогом того, что банковская карта клиента заблокирована, и для того, чтобы ее разблокировать, необходимо банку передать определенные комбинации, цифровые комбинации, которые клиент получит посредством смс-сообщения. Вот это делать не нужно никогда. Это делать не нужно никогда. При этом банки также, как наряду с сотрудниками правоохранительных органов, профилактируют эту ситуацию. То есть банки всякий раз, когда приходят подобные сообщения, даже при оплате, например, клиентам законно какого-то товара, банк всегда пишет, что вам отправлен на ваш номер смс-код с цифровой. Не, там, обязательно добавляют, ни в коем случае не передавайте эту цифру там, посторонним людям, только да, ни при каких обстоятельствах. Собственно, такое же сообщение инициируют мошенники, убеждают клиента, что это необходимость, что это требуется для разблокировки счетов клиента, соответственно, клиент полагает, что действительно ему звонят сотрудники безопасности банка, передают эту информацию, после чего, соответственно, происходит списание со счетов денежных средств, хранящихся у клиента. Но при этом они очень умело в разговоре начинают давить на потерпевшего и делают это так, что человек, в общем-то, оказывается абсолютно безоружным и, в общем, переводит деньги и делает то, что настоятельно просит мошенник. Ну да, обладают, я еще раз подчеркиваю, определенными качествами данной категории лиц. И, соответственно, апеллируют определенной терминологии, в том числе и банковской, используют технические средства, в том числе и когда звонок у клиента может определиться как номер, например, там
короткий номер определенного банка, да, и, собственно, что еще более может ввести в заблуждение владельца карты и как бы придать достоверности словам, которые произносит мошенник, желая получить, соответственно, денежные средства. Как вот сразу с первых минут распознать, что это мошенничество, что разговаривает с вами мошенник, и что нужно предпринять в первую очередь? Ну, здесь определенных рекомендаций, конечно, конкретных дать сложно, потому что я еще раз подчеркиваю, что форм мошенничества очень много. И различные применяют способы и методики мошенники. Поэтому здесь рекомендация, наверное, она, если универсальная, то она одна. То есть это выслушать внимательно то, о чем вам говорит собеседник. И для того, чтобы, скажем так, прежде чем соглашаться на предложенный алгоритм действий, взять паузу какую-то, например, сказать, слушайте, можно минуточку, я вам перезвоню, и обратиться за помощью на всякий случай на горячую линию банка. Кстати, горячая линия банка, она написана на каждой на обратной стороне карты, поэтому, в принципе, верно. Можно попросить перезвонить да, через 5-10 минут и за это время да, связаться по горячей линии непосредственно с банком и уже либо подтвердить, либо опровергнуть данную ситуацию. Это вот самый, пожалуй, простой способ. Соответственно, здесь ничего, никаких сложностей. Никогда банк не будет настаивать, не кладите трубку, ни в коем случае не перезванивайте. То есть таких фраз никогда банк не произносит. Поэтому ничего сложного, когда попросить, слушайте, дайте минутку, необходимо я вам перезвоню или перезвоните позже. То есть всегда как никаких проблем. Если действительно это банк, то они, соответственно, перезвонят через там, час, через обусловленное вами время, а у вас будет время действительно проверить эту информацию на горячей линии. Евгений Анатольевич, сейчас огромное количество сообщений о мошенничестве в СМИ, в результате которых денежные средства, ну, мы уже об этом сказали, исчезают с банковских карт. Сколько подобных случаев зафиксировано в нашем округе? И возросло ли их число вот в последнее время? Ну, руководствуясь нашей статистикой, скажу следующее, что определенный рост существует таких преступлений. Регистрируем в среднем в месяц мы подобных сообщений ну, в районе 10-15 случаев, когда люди обращаются. Соответственно, какое-то количество сообщений о преступлениях остается в разряде латентных преступлений, где, скажем так, клиенты не сообщают о подобных фактах, может быть, из-за того, что списалась маленькая сумма, может быть, ввиду занятости и так далее. Но в среднем 10-15 случаев в месяц мы регистрируем. И я говорю, обороты подобные преступления на сегодняшний день не набирают. То есть век цифровых технологий, соответственно, перепрофилируются и преступники. Они становятся все более изощренными. Все более изощренными, да, соответственно. Вот сейчас какое количество уголовных дел по фактам мошеннических действий возбуждено и расследуется следователями управления? На сегодняшний день в производстве Одинцовского следствия находится около 45 уголовных дел о преступлениях подобного вида. Соответственно, по ним проводятся все необходимые следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц причастных к этим преступлениям. Есть интересные дела среди этих 45? Все эти дела определенно интересные. Различные, опять говорю, подчеркиваю, есть примеры, разные способы. И каждое дело такое, оно уникальное. То есть есть определенные дела, которые мы объединяем по, скажем так, способу совершения преступления. То есть если там, например, звонит злоумышленник бабушки говорит, ваш внук попал в беду, он совершил ДТП, а я полковник полиции, срочно вам нужно выслать денежные средства, иначе его посадят в тюрьму, то, соответственно, это там одна образная категория. Другая категория, когда звонят сотрудники банка, ваша карта заблокирована, это другая. То есть все это анализируется, разбивается по группам и проводится анализ на предмет почерка, скажем так, да, на предмет того, возможно ли совершены эти преступления одним лицом, либо группой лиц. Поэтому все эти преступления, я еще раз подчеркиваю, они интересны каждый с собой и требуют больших усилий, больших умственных усилий и труда для того, чтобы изобличить лицо, которое совершило указанное преступление. Одно из последних преступлений вот буквально в начале мая произошло, оно на злобу дня, это хищение со склада защитных масок, градусников на, в общем-то, миллионы рублей.
Как обстоит дело? Да, действительно. На какой стадии? Есть ли какие-то зацепки у правоохранительных органов? Данный факт имел место быть. Актуальный на сегодняшний день предмет хищения. Просто нигде нет масок, да, а тут склад, огромное количество масок, градусников, и это все выносится. Актуальный предмет хищения на сегодняшний день в условиях пандемии. И действительно, все это в огромном, я скажу, количестве было вынесено со складом, группой лиц, соответственно. Действительно, у нас сейчас возбуждено уголовное дело, и проводится работа в рамках расследования этого уголовного дела. Имеются у нас определенные наработки, о которых сейчас не могу, к сожалению, говорить, но тем не менее, как бы я считаю, что все шансы для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших данное преступление, у нас имеются. Ну и маски будут возвращены. Ну, если они ничего не реализованы, то конечно, конечно. Такое количество масок тоже нужно еще найти, где хранить. То есть это же не упаковка. Ну не просто в рюкзачок. Не просто в рюкзачок, действительно. Поэтому сложить эти коробки. Это все злоумышленникам также доставляет определенные неудобства, потому что и заставляет их оставлять следы преступления, как на месте совершения преступления, так и в последующем при сокрытии следов этого преступления. Ну, это, в общем-то, подсказки, но определенные, для следователя. Так что, да, поэтому, пожалуй, ограничусь тем, что ограничусь сказанным. Спасибо, Евгений Анатольевич. Но все-таки, как защититься гражданам от мошеннических действий? Особенно, если мы говорим о пожилой категории населения, которая на сегодняшний день оказывается самой уязвленной. Ну, важный совет, я уже, в принципе, наверное, его дал, то есть это перепроверять информацию. Если речь идет именно о пожилой категории людей, то ничего сложного обратиться к родственникам, опять к детям, к внукам, неважно, то есть и поделиться ситуацией, что подобный случай произошел, звонили из банка, требовали, там, например, код и так далее. Второе, немаловажное, это все время банковская карта должна находиться при ее держателе, точнее, клиенте. Соответственно, в случае утери этой банковской карты, либо ее хищения с этой банковской карты, также возможно снятие денежных средств без участия клиента. То есть небольшими суммами, это предусматривается договорами с банками. И, соответственно, важно, чтобы карта находилась все время при клиенте. Никому ее не передавать, не передавать пароли, пин-коды от этой банковской карты. Ну и что пожилые люди часто практикуют, это на банковской карте либо на самой напишут пин-код четырехзначный, либо на обратной стороне, либо записочку в кошельке, пин-код от карты. То есть этого делать тоже не нужно, хотя мы прекрасно понимаем, что у подобной категории людей не всегда можно понадеяться на память, и порой возникают определенные сложности с использованием этой банковской карты, но все же. Вот. Ну, а также быть более, наверное, бдительным и внимательным к происходящему вокруг, не поддаваться на различные рода провокации и, скажем так, быть, может быть, излишне придирчивым к собеседнику, задавая уточняющие вопросы и так далее в ходе беседы, нежели действовать по предложенному алгоритму, который заведомо приведет к тому, что с вашей карты произойдет списание денежных средств. Евгений Анатольевич, спасибо за интервью. Спасибо, что сегодня были с нами. Надеемся, что благодаря вашим советам наши телезрители не попадут на удочку мошенников. Я тоже на это очень сильно надеюсь. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. До свидания.